Интересная штука, да? Да, лапка. Кисик, помаши ручку. Скажи всем привет. Помаши ручку. Ой, да. Осторожно. Надюш, готова заниматься? Да. Что, начинаем? Да. Всем доброе утро, всем привет. Мы начинаем нашу тренировку. Да, сын? Сегодня будем заниматься, прокачивать пресс. Да. Да, сын? Скажи, если сначала хорошо. Разминку можно сделать. Давайте нашу жгонку любимую сделаем. Угу. Ноги на ширине плеч. Стопы параллельно. Чуть присели. Колени смотрят на большие пальцы. Устойчиво стоим на ногах. Начинаем скручивание. Руки и плечи расслаблены. На полотенце немножко неудобно, я отойду. Так, чтобы не скользко. Ты тоже в прямом эфире. Да, помимо разминки, это упражнение полезно для прокачки энергии. Сейчас я делаю средний уровень жгонки. Одна рука заносится на уровень плеча. Лош, давай со мной жгонку делаем. Верхний уровень. Рука за голову наверх. Гош, у меня микрофон. Возвращаемся на средний уровень. Если добавить скорости, можно даже по хлопкану. Так. Подожди, сынок. Ты очень хорошо выполняешь прямой эфир с ним, тренировку. Так, сегодня у нас тренировка выездная, мы в гостях. Да. Сейчас будем делать планку. Вот, комплекс на пресс. Что будет включать в себя этот комплекс? Планка, подъем корпуса. Потом планка на левой руке, подъем ног, планка на правой руке. И что там дальше у нас по плану? А потом все заново. По кругу. 2-3 подхода, как пойдет. Количество повторений, значит, подъем ног и подъем корпуса по 10-15 повторений. Планку можно делать 30-40 секунд. Ну, я не могу сейчас время засечь, у меня нет секундомера, но это примерно где-то 30 секунд. Вы можете повторять за мной, либо самостоятельно в своем ритме заниматься.
Так, значит, начнем. Планка 30 секунд. Гоша, давай со мной планку, да? Молодец. Ух ты. Может быть, нужно показать, чтобы ты сделал планку не как бы вдоль, а то так не видно, как ты это занимаешься. Да, вот так вот получше. То есть корпус должен быть прямой. Так, ну я думаю, это примерно 30 секунд. Гош, неси сюда водичку. Давай. Неси. Надо попить. Спасибо. Так, следующее упражнение — скручивание. Не забывайте пить воду в течение тренировки небольшими глотками. Давай, сын. Покажи, как скручивать. Молодец. Отлично. Молодец. Наверное, мне нужно. Молодец. Как-то подожди. Давайте подвину немножко сюда. Егор мне сегодня помогает очень хорошо. Да, сейчас он присутствовал, как мама тренировалась. Да, до этого была тренировка у Аленки. Она занималась йогой. Не знаю, там меня видно. Видно, конечно. Так? Видно? Все да. Нормально? Гош, давай тренируемся. Да, да. И Гош уже тренируется. Скручиваем. 15 повторений. Гор тоже делает. Молодец. У нас сегодня самый веселый эфир получился. Егор. Гош. Следующее упражнение — планка на левой руке. Тоже 30 секунд. Корпус стараемся держать ровно. Сделали планку, дальше подъем ног. Подъем ног, 15 повторений. Немножко можно подышать, отдохнуть и продолжаем. В принципе, сейчас начнется второй круг.
Те же самые упражнения. Начинаем с планки. 30 секунд. Гоша там комментирует. Угу. К холодильнику рассказывает, что надо делать. Правильно. Я принимаю тяжелый, 10 килограмм. Не сладкий, но тяжелый. Да, Гоша у нас богатырь. Так, планку сделали. Теперь скручивание. 15 повторений. Алён, сколько мы стали? Люди подключились? Ну ладно. Угу. Надежда с нами. Хорошо. Продолжаем тренировку. Так, сделали скручивание, теперь опять планка на левой руке. Гош, как тебе там? Вкусненько? Пока мы тренируемся, Гоша жрет фрукты. Ага. Пятнадцать. Повторение подъема ног. Планка на правой руке. Наверное, развернулся в сторону. Сколько времени? Делаем небольшой перерыв и будет третий подход с такими же упражнениями. Спасибо, Надежда. Ну, еще третий подход точно. Нужно. Третий подход сделаем, да. Смотришь, что там такое кресло не измазано. Я думаю, что он уже измазан. Нет, серьезно.
Может быть, влажные салфетки я не брала с собой? Сейчас я помню. Есть, так. Продолжаем. Третий подход. Также начинается с планки. 30 секунд. Ну, шикарный мужчина. Сын в драгонфруте, по цвету как свекла примерно. У него руки красные. И это самое. А покажи его, покажи. Егор, пока покажешься, давай. Прямой эфир. Молодец, сын. Ты молодец. Ты мой красавчик. Помощник пришел. Молодец. Сыночка. Я повторю, мы сегодня делаем упражнение на пресс. Уже сделали два подхода. Вот. Сейчас будет третий подход. Начинается с планки. 30 секунд. Сейчас я уже обычную планку сделал. Следующее упражнение — скручивание. 15 повторений. Планка на левой руке. 30 секунд. Да, Гоша отжигает. Стараемся корпус держать ровно. Натяжечку делаем. Покажи, как нужно очки правильно носить. Покажи. Вот туда. Покажи маме. Покажи. Так, после планки на левой руке делаем подъем ног. 15 повторений. Эй, человек. Как вы плохо видите? Спасибо тебе. Спасибо. Хорошо. Теперь планку на правой руке. В принципе, сделали три подхода круговых, да. Сегодня достаточно нагрузки на пресс. Можем поделать растяжечку упражнений из гимнастики двояк. Становимся. Позицию. Ноги на ширине плеч, стопы параллельно, колени подсогнуты,
Вот. Колени смотрят на большой палец. Представляем, как будто мы ногами распираем землю. Крепко стоим на ногах. Немножко восстанавливаем дыхание после нагрузки физической. Еще сбоку покажу. Колени подсогнуты. Вас подобрал. Плечи развернули. Макушку тянем к небу. Вот. Из этого положения руки поднимаем вверх. Начинаем тянуться вверх руками, макушкой. Тянемся максимально сильно, насколько это возможно, вверх. Растягиваем позвоночник. Тянемся, тянемся сильнее, сильнее, сильнее. И расслабляемся. Больше. Юля Баскера, сколько времени? 12. Давайте сделаем еще одно упражнение. Из Белаяна. Также стойка стандартная. Стопы параллельно, колени подсогнуты. Руки в сторону. И начинаем тянуться. Представляем, как будто мы руки. Руки вставляем в перчатки. Тянемся сильнее. Руки тянутся, потом начинаем тянуться от локтей в стороны. Тянемся, тянемся. Настя, присоединяйся к тренировке. Присоединяйся к тренировке. Подключаем плечи, тянемся от плеч в стороны. Сильнее, 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 тянемся, тянемся. Потом с груди растягиваем грудные мышцы. Тянемся в стороны. Максимально растягиваемся. И расслабляемся. Я думаю, сегодня будет достаточно, так как тренировка у нас сегодня выездная. Вот. Условия немножко непривычные для нас. Благодарю, что вы присоединились к трансляции, тренировались со мной вместе сегодня, проснулись в такое раннее время. Вот. Спасибо большое. Всем спасибо. Обнимаю. До следующих встреч. Пока-пока.